Здравствуйте! Приветствую вас на канале Отдых в Болгарии. В данном видеоролике покажу тренажерные залы Созополя. На данный момент я нахожусь в центре нового города, площадь Черное море. Показываю. Напротив кафе Черное море. Военноморский клуб. Здесь останавливается паровозик, который едет до Кавадзи, южный квартал Созополя. Отели Селена и Лист. Тренажерные залы находятся практически недалеко от улицы Рапотава. Нам нужно просто спуститься вниз. Еще называют ее Веселая улица. На данный момент я уже нахожусь на пересечении улиц Рапотама и улицы Капитан Петку Воевода. Поворачиваю направо. Рядом находится отель Аквамарин. И поворот направо. Показываю первый спортивный клуб. Называется спортивный клуб «Олимп». Показываю, как выглядит тренажерный зал «Олимп». Ой, поправь. Снимем. Когда я смотрю прямо на спортивного клуба «Олимп», с левой стороны у меня остается улица Республиканская, а с правой стороны улица Рапотама, еще называют ее Веселая улица. Я вернулся обратно на улицу Рапотама и сейчас отправляюсь ко второму залу. Продолжаю дальше вниз. Thank you.
Я сейчас нахожусь на пересечении улицы Рапотама и Лозенград. Здесь поворачиваю налево. Прямо здесь находится ресторан «Парадис». Показываю. И продолжаю чуть дальше. Вот и вход к второму залу. Называется спортивный клуб «Киборг». Показываю и второй зал.